и взять реквизит. Ваш реквизит платок. И снится чудный сон Татьяне. Татьяна, прошу вас. Татьяна, возьмите ваш, Татьяна, ваш берет, всем известный малиновый берет. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне. Снеговая поляна, нам нужны сугробы. Прошу кавалер принять участие в нашей игре. Не стесняемся, сугробы, пожалуйста. Прошу вас, принимайте участие в нашей игре. Участвую. Кавалера, прошу вас. Ну, уже смелее, смелее. Идет по снеговой поляне, Татьяна идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, куплит волной своей кипучий темный и седой поток, не скованный зимой. Нам нужен поток. Прошу вас. Почему? Да-да. Две жердочки склеены единой, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Татьяна, пройдите по снеговой поляне до мостка. Пожалуйста, дамы, создайте мостик. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, сугробы, шевелитесь. И кто же из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Нам нужен медведь, медведь! Сережа, прошу, станьте нашим медведем. Прошу вас, у вас есть реквизит. Ваш реквизит? Нет, Сергей. Татьяна, ах! А он реветь! Реветь, медведь! И лапу с острыми когтями ей протянул. Медведь, протяните, пожалуйста, лапу Татьяне, протяните лапу. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Перебралась, да. Пошла ж. И что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад не смеет, Татьяна. Татьяна, прошу вас, вы уходите, убегаете от медведя. Поспешный ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Крестя болит медведь несносный, пред ними лес. Нужны сосны, нам нужны сосны. Итак, нам нужны дамы, которые помогут нам создать лес. Прошу вас, дамы, участвуйте. Дамы, изобразите лес. В своей напуренной красе чарыни ветви все клоками снега сшиты. Осин берез и лип, на них сияет луч светил ночных. Дороги нет, пустые стремины, метелью все занесены. Глубоко в снег погружен. Татьяна в лес, медведь за ней. Снег рыхлый по колено ей. То длинный сук ее за шею зацепит вдруг. Зацепите за шею, пожалуйста, да, Татьяна. То золотые снеги вырвет силой, то хрупкой в снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок. Сугробы, пожалуйста, сорвите башмачок с Татьяны. Башмачок. Один сугроб, пожалуйста. Послушаемся, Татьяна. Ура, у нас есть башмачок Татьяны. То выронит она платок. Татьяна выронит платок. Поднять ей некогда, боится медведя, слышит за собой медведь. Медведь, бегите за Татьяной, не останавливайтесь. И даже медведь.
той одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег, медведь проворно, хотя ну упадите в снег. Медведь проворно хватает и несет. Медведь, возьмите, пожалуйста, Татьяну на руки. Она бесчувственно покорна, не шумят, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж деревьев шалаш убогый. Нам нужен шалаш, шалаш, прошу вас. Мальчики, пожалуйста, мальчики участвуют. Проходите. И девочки. Шалаш, пожалуйста. Прошу, вот снег. И ярко светится окошко, и в шалаше, и крик, и шум. Медведь, о, здесь мой кум. Погрейся у него немного. И в сене прямо он идет, и на порог ее кладет. Медведь, положите, пожалуйста, Татьяну на порог. Опомнилась глядеть Татьяна. Спасибо вам большое.